Здрасте. А можно я зайду с первой квартиры? А почему? А вообще это как бы... Что, как бы? А вы сотрудник? Да, сотрудник. Чего? Ритуальная служба? Вообще я больница. Я вообще Вероника. Что за трансляция? Там мы справку хотим. Мы хотим забрать справку, Вероника. Справочка, я же не вернусь. А что она там делает? Как вы противоправно? Нет, Вадим, мне надо качать свои права. Я не качаю права. Скажите, пожалуйста, вам заявление поступало непосредственно от родственников, чтобы вы на железнодорожную 8 отдали документы, которые вы должны отдать им в руки? Я выполняю распоряжение военной администрации. Убирайтесь, я вызову охрану. Евросу, вызывайте. Ну и все, уходите отсюда. Не толкайте меня. Не толкайте, пожалуйста, ответьте мне на мои вопросы. Вы являетесь... Так, убирайте отсюда. Тихо, тихо, я имею право снимать. Вы должностное лицо, находитесь на рабочем месте. Пошел ты. Ненормально. Убирайся отсюда. Ты ненормально. Вон отсюда. Вы ненормально или что? А ты нормальный. Ответьте мне, пожалуйста, на мои вопросы. Ты нарушаешь закон. Какой закон? Какой закон? Где написано? Я работаю на мэра. Закон принесите на мэра города. Пошел вон. Вон вы пойдете. Ты что, Ля, она невменяемая. Я вообще просто она говорю. Она невменяемая. Вы работаете на мэра города? Вы работаете на мэра города. Я работаю на мэра города. Она выполняет распоряжение военной администрации. Я еще раз говорю, где у мэра города распоряжение написано, что вы имеете полное... Пошел нахуй. Нахуй пошел. Ты что, блин? Ты что, ненормальная? Вот это да. Понимаете, это все в соцсетях будет. Это все. Ну-ну, на мэра города работаешь.